Местом встречи стал Бобруйский завод растительных масел. Более 80 делегатов пообщались со спикерами форума. Политолог Андрей Лазуткин рассказал молодежи о проводимой политике патриотического воспитания. Имел место и фидбэк. Лидер общественного мнения ответил на интересующие вопросы. Глава концерна также пообщался с молодежью. Молодежь является той нашей опорой и тем фундаментом, на основании которого мы строим свои будущие планы, и под них фактически сегодня строим производственные процессы на предприятии. Для нас важно, чтобы мы понимали и думали одинаково, чтобы мы одинаково оценивали цели и задачи, которые перед нами стоят, и знали, за счет чего они будут выполняться. Программа мероприятия продолжилась на одном из городских предприятий. Сладкую экскурсию по производству для коллег из других регионов провели работники «Красного пищевика». Различные этапы создания изделий, знакомство с технологическими процессами и, конечно же, самое приятное – дегустация. Форум очень интересный, много чего можно для себя подчеркнуть. Интересные экскурсии, никогда не пробовала такого зефира, даже не знала, что такое существует. Это очень здорово, что можно о таком узнать и попробовать. Впервые форум организует концерн «Белгаз Пищепром». Такого у нас практики никогда не участвовали. Вот приехали сегодня в Бобруйск, очень интересно. Выступал председатель концерна «Белгаз Пищепром» Олег Николаевич Житков. Интересно общался с молодыми специалистами, задавал вопросы. Для концерна крайне важно внедрять новые идеи и видения. Такие форумы, в свою очередь, помогают каждому звену этого огромного объединения почувствовать взаимосвязь и предложить свои инициативы. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.